Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему маленькому городку. Вот хочу вам показать один из домов, который находится на 8-й линии. Дом номер 17. Очень интересный дом. Вот его вид. В первой половине 19 века Академия наук приобрела участок. Был построен дом. Архитектор Кириллов спроектировал трехэтажное здание химической лаборатории в 1864-1867 годах. Вот. И здесь работали очень известные люди. Ну, во-первых, академик Бутлеров. Академик Бутлеров – это создатель теории химического строения вещества, так называемой структурной теории. Он здесь ставил опыты, одновременно он преподавал в университете, приехал из Казани, был женат на Глумилиной Надежде Михайловне, а Надежда Михайловна была племянница Сергея Тимофеевича Аксакова. Русский писатель, чиновник, общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист, автор книг о рыбалке и охоте. Также он еще собирал бабочек. Вот. Говорят, что здесь бывал Лобачевский и Клаус. Этот дом связан с именами академиков Аменицына, Фридше и Насоновых, которые тоже были учеными. Фоминицын — это был ботаник, академик императорской Санкт-Петербургской академии наук, который возглавлял химическую лабораторию на высших женских курсах. Бекетов Николай Николаевич с 1892 по 1911 год преподавал химию наследнику цесаревичу, будущему императору Николаю II. А часто в этом доме был его внучатый племянник. А как вы думаете, кто? Да, это поэт Александр Блок. Видите, какие люди, да? Дом такой, но я не могу сказать, что очень красивый. А сколько здесь известных людей побывало, пожило, поделало химических опытов. Перед войной здание отдали под общежитие педагогического института имени Крупской. В 1941-1944 годах школа номер 27. После войны было первое отделение милиции, позднее ясли. И установлена здесь мемориальная доска Бутлерову и Бекетову. Ну, собственно говоря, вот и все. Достаточно для такого дома. Все, всем пока, всем привет, до свидания.